рідне місто Слов'янськ. Я дуже його полюбляю. Я з Донбас. Дітка. 24 февраля це було утро раннє. Начал будить Максу и говорит, что началась война, вставай. Он говорит, ты меня так обманываешь, ты просто хочешь, чтобы я пошел в школу. Приходится убегать от войны. А с Нейском пуст. Битося, он такой, что... И мы поедем дальше в Болгарию. У нас до сих пор 24 февраля. Когда наступит 25, мы не знаем.